27 июля в цехе состоялось уникальное мероприятие – Night Bazaar. На территории заведения развернулась настоящая ярмарка, посвященная экологическим и этническим хендмейд изделиям. Неплохое мероприятие, хорошие люди, очень много знакомых здесь встретил. Вот, совершенно разноплановой направленности, то есть можно здесь посмотреть и одежду, и какие-то бижутерию, такие товары эзотерического характера есть. Night Bazaar – это живая и электронная музыка, танцы, сладости, чай и, конечно, шикарный вечерний хендмейд базар. На прилавках яркая этническая одежда, аксессуары и украшения, диковины из коллекции путешественников и товары современных мастеров Урала. Мастера своего дела, они делают это красиво, с любовью, для Бога, и поэтому... Это здорово. Колоритные изделия из натуральных материалов для всей семьи, аквагрим для детей и знаменитая роспись по телу Хной для взрослых, гадания на картах Таро и различные развивающие игры. Йо-йо. Вот, то есть всем известная уже, всем полюбившаяся развивающая игрушка, которая появилась никто не знает когда. Я знаю, что это была любимая игрушка Наполеона и любимая игрушка Цезаря в свое время. Капстекинг. То есть это скоростная сборка пирамид из подобных стаканчиков. Суть заключается в том, чтобы делать на скорость вот такие штуки. То есть, допустим, самая базовая комбинация построить пирамиду из трех, потом на скорость их также сложить. Сотни смешанных запахов благовоний, мыло ручной работы, специй, пряностей и лакомств создают в цехе по-настоящему волшебную атмосферу. На ярмарке представлено огромное количество марок органической косметики и средств по уходу за телом, вегетарианские угощения с отличным чаем или вкусным тонизирующим горячим напитком мате, о полезных свойствах которого известно еще с древних времен. Инструменты действительно австралийские диджериду, но сделают здесь, то есть сделаю их сам из нашего уральского дерева. Это осина, ясень, ива, клен, то есть любое, в принципе, дерево, которое растет. Главное, чтобы дерево было сухое и подходило именно по форме. Здесь же можно встретить и огромный выбор экзотических музыкальных изделий. Разнообразие этнических ударных, струнных и духовых инструментов, издающих очень интересные и необычные звуки, благотворно влияющие на организм человека. Поющие чаши – это музыкальные инструменты, имеющие богатый тембр звучания. Считается, что они способны балансировать энергетические центры человека и настраивать их на оптимальные для жизнедеятельности частоты. Традиционно их относят к тибетским поющим чашам, то есть называют как тибетские поющие чаши. Но на самом деле можно их и встретить и в Таиланде, и Японии. Музыкальное настроение на мероприятии создают диджеи и музыкальные группы, играющие традиционную музыку разных народов мира. А танцевальные коллективы заряжают своей энергетикой все пространство цеха. Tribal Dance – уникальное сплетение трех самых прекрасных женских танцев – индиго, восточного и фламенко, приправленное изысканными специями современных танцевальных стилей. Это очень этничные, старинные, эклектичные костюмы. То есть у нас есть, начнем с одежды. У нас есть шаровары, которые родом из Персии. Вот. У нас есть юбки, которые 25 ярдов, то есть около 10 метров ткани на них уходит. И это как бы фламенко, фламенкийский стиль. Помимо музыкальной программы, для гостей проходили многочисленные мастер-классы. Изготовление резных свечей из цветного парафина, плетение кос, создание ловцов снов и многое другое. Вначале была идея просто базара, но базар это немножечко... Не бывает базар без музыки, угощений, какого-то обучения, мастер-классов, поэтому это переросло в такое большое мероприятие. Самый настоящий, яркий, живой и неповторимый базар собрал под одной крышей ценителей оригинальных поделок и полезных продуктов. В последнее время в Екатеринбурге все популярнее становятся экологические и этнические товары. С каждой новой ярмаркой все больше людей приобщаются к этой культуре, а уютная атмосфера свободного от алкоголя и курения пространства цеха соответствует формату такого рода мероприятий. Здесь мне нравятся люди. Мне нравится, что никто не пьет, никто не курит. Ну и, в общем, очень много такого народа, именно трезвого.